Добро в искусстве. По старой традиции во Дворце культуры «Арктика» пройдет концерт «Добрые песни о главном». В этот раз на сцене будут представлены номера в тематике «Сделанного в СССР». Василий Хатанзейский продолжит тему. Генеральная репетиция на сцене Дворца культуры «Арктика». Уже в 11-й раз первые лица региона, руководители разных структур выступят в необычном амплуа в качестве исполнителей песен. Благодаря проекту «Добрые песни» о главном они не просто исполнят свои любимые хиты, но и помогут людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Ежегодно во Дворце культуры «Арктика» проходит благотворительный концерт «Добрая песня о главном». Каждый раз зрители, купившие билет на концерт и тем самым пожертвовавшие свои средства на помощь другим людям, становятся свидетелями необычного шоу. В этом году тема «Добрых песен» сделана в СССР. Этот знак всегда отличался знаком качества и ставился на самую лучшую продукцию. Я думаю, что мы в этом году тоже не подкачаем. И «Сделано в СССР» будет именно знаком качества. Живой аккомпанемент, необычные декорации, у каждого номера своя атмосфера, которая вплетается в единое сценическое действие. Мероприятие каждый год привлекает новых участников, непрофессиональных исполнителей, готовых выйти на сцену со своим номером. Конечно, у нас сложился уже определенная группа, которая участвует, ну а так мы всегда стараемся обновлять состав участников. Но самое главное, что это всегда должны быть общественные политические деятели Ненецкого автономного округа, которые на виду, на слуху, которые интересны зрителю. Проект существует уже 11 лет и за этот период обрел популярность среди населения, собрав на благотворительность более 4 миллионов рублей. Все мы помним, когда мы помогали вот конкретным ребятам, конкретным людям, конкретным детишкам, когда мы собирали деньги и в результате там, сделали там, кому-то операцию, кому-то помогли на какие-то другие методы лечения. Очень нужное, очень хорошее, значимое дело. Я хочу сказать спасибо большое всем участникам, которые не боятся, не стесняются, выходят на эту сцену, дарят свое творчество нашим зрителям и таким образом еще и помогаем детям. В этом году концерты пройдут 17 и 18 декабря. Более подробную информацию о мероприятиях можно узнать на официальной странице Дворца культуры «Арктика» в социальной сети ВКонтакте. Василий Хатанзейский, Антон Водряков, телеканал «Север».